Всем привет, дорогие друзья, и с вами Саня. Приехала ко мне не просто посылочка, а вот такая просто бомба. Посмотрите, это еще одно диснеевское издание ко мне в коллекцию. Здесь у нас мультик «В гости к Робинсонам» или «К Робинсонам». Не знаю, как правильно ударение ставить, но потом разберусь. И вот такое бомбическое, жирнющее издание фильма «Грань будущего» с Томом Крузом и Эмили Блант в главных ролях. Ладно, давайте не будем бабушку лохматить, а начнем уже распаковывать. Отложим «Грань будущего» и для начала посмотрим на вот это издание. Мультик не смотрел, просто увидел у продавца, что он продается недорого, и поэтому забрал себе в коллекцию именно изданий вот этих вот металлизированных слипов. Слип у нас металлизирован и в некоторых частях также имеет небольшое тиснение, именно рамочка, название и сама надпись 3D. Давайте посмотрим, что у нас сзади. Здесь у нас описание мультика и спецификации. У нас изображение, звук русский присутствует, субтитры русские также присутствуют. Про дополнительные материалы здесь ничего не сказано. Обложка полностью повторяет сам слип. Давайте посмотрим сзади. Да, все полностью идентично. Вообще никакого описания про какие-то дополнительные материалы или что-то еще. Просто звук, изображение и субтитры. И давайте посмотрим, что у нас внутри. Здесь у нас сразу какая-то, не знаю, рекламка. Какой конкурс какой-то. Твоя история Дисней, который уже, наверное, не актуален. Это какой вообще год-то? Тут даже и не написано, в каком году проводился конкурс. Ладно, это уйдет в мусор. Такой мега помятый флейрочек с рекламкой изданий. Здесь у нас пираты, Алиса, Трон, Рапунцель, Вольт. Кстати, Вольта у меня нету. Рождественская история, Джим Керри тоже нету. Тачки, Король Лев. И давайте посмотрим. Здесь у нас длинный шпильник. О, и кстати, один диск. Я почему-то думал, что здесь должно быть два диска, а вот такой облом. Ладно, будем проверять. Надеюсь, этот диск запустится на 2D плеере. Если не запустится, будет слегка, конечно, обидно. Кстати, не знал. Ну да ладно. И вот такой у нас присутствует внутренний арт. Не знаю, почему-то думал, что здесь два диска. Но, увы, обычно вроде вкладывали или нет, или ошибаюсь, или не во всех. Хотя тут никак ничего не сказано, что здесь два диска. Просто 3D Blu-ray. Ну да ладно. И еще одно издание диснеевская уходит ко мне на полку. И по традиции давайте сразу поместим это издание в кастомный чехольчик. Мой кастомный чехольчик. Все идеально, все отлично вписалось, шикарно. Кастомный чехольчик идеально просто подошел. И на полочке будет смотреться отлично. Еще одно диснеевское издание ко мне в коллекцию. Но сегодня мы здесь собрались не ради диснеевского издания, а ради вот этой бомбы. Вот это реально бомбическое издание. Это первое такое огромнейшее издание в хардбоксе в моей коллекции. Это фильм «Грань будущего» от такой известной китайской фирмы, как HDZ. Давайте посмотрим, зацените толщина. Вы посмотрите, какая толщина огромная. Вот, я обкладу Амарей. Вот, смотрите, он почти, бокс толщиной почти ширину Амарея. Вот такой вот он огромный, чтобы вы понимали пропорции. Edge of Tomorrow. Здесь у нас такой шикарный просто арт. Здесь сверху ничего нету. И здесь у нас номер. Здесь у нас номерочек. 244 издание из 500, которое выпускалось по всему миру. 500 изданий по всему миру. Довольно-таки очень редко. Да вообще все издания от HDZ, от Фильмарена, я не знаю, Mantelab. Это все коллекционные издания, и они довольно редко встречаются. А если встречаются, то очень дорого. Давайте посмотрим поближе. Здесь у нас, смотрите, здесь у нас присутствует лентикуляр. Здесь у нас лентикуляр. Ну, раньше мы такие вещи называли переливашка, что-нибудь такое. Переливашка и так далее. В моем детстве, особенно помню, сотки у нас были. Monster Caps, вот там были, мы называли их переливашки. Ну, теперь-то мы знаем, что это так, или стерео 3D, теперь это, ну, как правильно называть? Вообще, я называю лентикуляр, и на форуме, в группу ВКонтакте называют лентикуляр. Ну, вообще, как-то это стерео 3D, или как это называть, стерео 3D картинка. И давайте откроем это издание. О, спасибо продавцу, который проложил пупыркой. Здесь вот такая вот ленточка, которая нам помогает вытащить, извлечь. Сейчас будем делать извлечение этого издания.
Давайте я его поставлю вот так. Здесь у нас одно издание, второе издание и здесь третье издание. Также смотрите, продавец оставил наклеечку Gold Label от HDZ. В принципе, больше здесь так, пупырка и еще какая-то наклейка. А, еще наклейка, так, HDZ Exclusive Gold Label. Вот такие вот наклеечки. Прикольно, спасибо продавцу, что оставил. Так, бокс немножко вот здесь вот чутка расклеился. Видно, что чутка расклеился, но ничего страшного, не критично. Можно будет подклеить. Они вроде, китайцы используют не просто клей, а вот этот вот, типа силикон там или что-то типа того. И все. Огромный просто бокс с такой вот ленточкой, которая помогает извлечь издание. Его мы отставляем в сторону. Фильм просто бомбический. Не помню, когда последний раз его смотрел, может быть, где-то около года назад. Ой, шикарный фильм просто на 7 черепов с Томом Крузом и Эмили Блант шикарно сыграли. И это у нас фильм про вторжение инопланетян на Землю. И Том Круз, он майор в армии, что ли, или какое-то такое у него звание. И он всегда, у него день сурка. Он просыпается, идет на подготовку, высадка, умирает. И все вот это вот постоянно зацикливается. Ну, тот же день сурка, кто смотрел. И вот здесь вот то же самое, но про вторжение планетян, про вот такие вот экзокостюмы и про... Просто вот бомбезная графика, взрывы просто, все. И постоянно вот эта вот зацикленность, зацикливается постоянно время. Так что шикарный фильм. У нас, кстати, тоже выпускался. Был и обычное издание, было и с лентикуляром в слипе Амары обычный. И также стилбук у нас CP Digital, по-моему, выпускал. Так что давайте бокс отложим в сторонку и посмотрим вот эти отдельные издания. Здесь у нас три издания. Различаются они вот так и вот слипы. Здесь у нас три лентикулярных full слипа. Везде full слипы, но с разными картинками. Прекрасно сделаны лентикуляры. Глубина чувствуется очень хорошо. Очень чувствуется хорошо. Полностью глубина погружает также здесь. Но здесь такой не особо, конечно, классный арт. Вот здесь вот более такой интересный с Том Крузом и Эмили. Прекрасной Эмили. Здесь тоже чувствуется глубина. Чувствуется глубина. А, так, здесь еще какая-то. Или... А, здесь еще одна наклейка. Точно-точно такая же, не заметил ее. Или, может, это отдельные издания были запакованы. Хотя, вроде нет. Давайте посмотрим задники. О, кстати, вот здесь вот уже дабл лентикуляр. Только что заметил, что дабл лентикуляр. Это когда лентикуляр не только спереди, но и сзади. Ну и сзади. И здесь у нас вот такие шикарные арты Эмили Блант на двоих отсвечивает. Давайте вот так вот местами поменяем, чтобы не отсвечивало. И здесь у нас Эмили Блант, и здесь то ли инопланетяне, то ли люди. Здесь у нас, как он, Лувр, что ли, не помню, короче, ну неважно, не суть. Давайте посмотрим снизу. Здесь также у нас все на китайском, ничего не понятно. Но проставлен также и номерок 220, хотя нет, вру. Почему-то не везде проставлен. Вот на этом издании вот такой наклеечки нету. Давайте посмотрим торцы. Торцы плюс-минус все одинаковые. И верхушка Edge of Tomorrow. Ну, такие две черненькие, одна серенькая. И давайте посмотрим наполнение. Давайте начнем с этого издания. Как мне продавец сказал, вот здесь вот. Вот это вот сборная солянка издания. Причем тут, ну, это, он не такой комплект. Здесь должен был быть стилбук. Совершенно другой. Давайте посмотрим. Стилбук. Не помню, кстати, какой у нас выпускался. Но, по-моему, как раз вот такой стилбук и у нас выходил от CP Digital. Давайте посмотрим на наполнение. Это вот, и, вот этот вот стилбук, он, по-моему, из издания от производителя Manta Lab. А, нет, Nova Media. Вот здесь вот Nova Media. Вот здесь написано Nova NC002. Это издание Nova Media. И, кстати, хотел также добавить, что на всех дисках присутствует русский язык. Локализация русским языком. У меня до этого фильма не было вообще ни в каком виде. Он мне когда попадался, я его всегда и почему-то не успевал взять. И давайте посмотрим на бомбезный внутренний арт.
внутренний арт. Шикарный стилбук, очень нравится. И вот такой у нас момент из фильма. Обожаю стилбуки, просто 12 из 10. Стилбуки — это просто для меня упаковка на 12 из 10. И вот такой вот у нас здесь арт. Два диска, стандартная накаточка от Warner Brothers. Такая безликая. И также продавец положил вот такой вот флеерочек наш, «Грань будущего». Тоже дополнил, так скажем, коллекцию. Давайте посмотрим, что у нас здесь присутствует. Здесь у нас какие-то карточки и еще что-то. И как... Да просто какие-то карточки. Так, так, что у нас здесь? А, вот, смотрите, здесь какая штучка. «Новая медиа» наклеена. А, так, здесь у нас маленькая такая, я не знаю даже как это, закладка, не закладка, маленькая такая, малюсенькая карточка. «Edge of Tomorrow». Здесь еще одна с моментами из фильмов. А, «Life, Die, Repeat», как это, такой слоган. И здесь у нас небольшие карточки. Давайте их посмотрим. Здесь у нас Том Круз. Опять Том Кукуруз. Кукуруз. Не знаю, актуальна эта шутка до сих пор или нет. Здесь Том Круз у нас уже в экзокостюме. И здесь такой необычный взгляд на Эмили Блант. Карточек немного, но в принципе они неплохо дополняют это издание. Такая сборная солянка получается. HDZ и Nova Media. И давайте посмотрим вот на эту штучку. Вот обычно делают вот эти издания из такой очень маркой бумаги. Стоит вот в руке вспотеть и дотронуться, сразу будет виден отпечаток пальца. Поэтому в перчаточках это было предусмотрительно. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Здесь у нас слоган. Карточка номер 244 из 1000 изданий. И давайте посмотрим. Так, здесь обратная сторона. И давайте посмотрим, что у нас внутри. А внутри у нас опять идут карточки. Давайте на них посмотрим поближе. Так, актриса Эмили Блант. Прекрасный арт. Кстати, двухсторонний, Здесь такая почтовая карточка. Можно отправить кому-то. Здесь у нас можно написать. Здесь у нас приклеить марку. И давайте посмотрим на арты Эмили Блант. Том Круз, по-моему, когда он как раз просыпается. Вот этот момент. Ну, который постоянно день сурка зацикливается. Это у нас тренировки в экзокостюме. Далее опять Эмили Блант вспотевшая. И уже на поле боя. Здесь у нас уже на поле боя. И также момент с Томом Крузом на поле боя. Неплохо, неплохо. Далее здесь у нас небольшой буклетик. Сделан в глянцевом варианте. Давайте откроем, посмотрим. Это, скорее всего, такой своего рода скриншота фотобук с моментами из фильма. Тот же самый момент, который был на карточке. Здесь у нас было дабл-лентикуляр издание. Отложим его в сторонку. И давайте посмотрим на следующее издание. Уже просто full-slip лентикуляр. Здесь матовая, опять же, такая поверхность. Вот я уже говорил и скажу еще раз. Не люблю, не очень люблю вот эту поверхность.
она очень хорошо оставляет отпечатки пальцев. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Кстати, написано Blu-ray 3D. А, там везде написано Blu-ray 3D. И здесь у нас уже другой стилбук. Кстати, давайте вот здесь вот сразу еще раз посмотрю. Так, 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 а вот здесь я не знал. Здесь нет ни стилбук, ни стилбук. Вот я точно не помню, по-моему, вот в этих двух изданиях должен был быть одинаковый стилбук. Но я этот момент уточню. Давайте посмотрим тогда вот на это издание. Вот здесь, оказывается, не стилбук. Я ошибся. Давайте посмотрим. Здесь также у нас присутствует два диска. Кстати, накатки уже другие, потому что это, собственно, вот это уже диск стилбук, и который печатали HDZ. Такой у нас присутствует внутренний арт. И снаружи, Вот этот, кстати, арт мне больше нравится. Вот этот арт на стилбуке поинтереснее такой, более такой цветастый, яркий. И хорошо очень отражает сам фильм. Давайте уберем диски. Здесь у нас, здесь у нас 3D издание и 2D издание. Я почему-то думал, что здесь диск с дополнительными материалами, оказывается, нет, 3D издание. Такой вот стилбук. И вот здесь давайте посмотрим. Здесь, я не знаю, наполнение. Опять же, вот здесь вот карточка номер 244 из 1000. Точь-точь такая же упаковка. А, кстати, вот здесь вот уже другие карточки тоже присутствуют. В принципе, наполнение у всех изданий HDZ, оно плюс-минус одинаковое. Давайте посмотрим. Здесь уже другие карточки. Здесь у нас уже моменты со съемок. Режиссер. Режиссер, по-моему, зовут Даг Лайман, который как раз снимал Борна. Идентификация Борна. Если ошибаюсь, поправьте в комментариях. И был потом продюсером, по-моему, всех остальных частей про Борна. Да, это моменты со съемок. Здесь у нас... А, кстати, вот это нет. А, или, может, тоже момент со съемок. Какой-то такой странный. Вот режиссер у нас. Момент с высадкой уже на поле боя. И все. Далее. Здесь у нас что-то, по-моему, похожее на постер. Сейчас посмотрим. Ох, не люблю я эти постеры, которые сложены в 125 частей. Но что поделать, как говорится. По-другому постер в такое издание не вложить. Есть только... Так, оказывается, здесь он и не один. А, нет, не... это такой не постер, а я даже не знаю, как это назвать. Ну, какое-то название есть вот у этих вот, ну, скорее всего, постер, но именно вот такие вот широкие. Давайте далее посмотрим. А, они плюс-минус одинаковые персонажи и небольшие какие-то задники, немножко другие. И здесь еще один. Ну, такой же. Точь-точь, почти такой же. Нет, ну, они не такие, именно вот здесь вот. Локации разные. Именно вот здесь локации разные, но все надписи, слоган и персонажи, все на своих, в тех же самых местах. Это у нас было второе издание лентикулярное. И давайте посмотрим на третье издание. Посмотрим, что у нас внутри. А здесь не все так просто, как я думал. И здесь у нас диджибук. Да, на удивление здесь диджибук. А, кстати, нет, вру. Не диджибук, здесь просто... буклет, не знаю, как это правильно назвать. Вот это вот уже, это уже вот это уже, наверное, артбук. Мини-артбук с кучей страниц. С кучей страниц уже в твердом, в таком, причем не просто в обычном твердом, такой довольно-таки очень и очень плотный твердый переплет. И вот так вот он на руке смотрится, чтобы оценить. Ну, полностью такого формата, полностью с формат Blu-ray 174 на сколько там, 136 или на 130. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Тоже просто арты, просто скриншоты, просто скриншоты. Эмили Блант, актриса. Том Круз сидят в засаде. В принципе, все то же самое, все полностью повторяет. Здесь вот, а вот здесь уже, кстати, больше артов интересных. Здесь вот уже такие, как зарисовки, концепты. Вот этот воин в экзоскелете. Прям сразу навеяло Call of Duty. Высадка десанта. Еще всякие. Здесь у нас всякие зарисовки, арты, концепты.
Здесь 3D-рендеры какие-то, воинов, монстров. Здесь поле боя. Куча-куча всякого. Здесь у нас приспособления для бойцов. Гранаты, мины. Уже люди в броне полностью. Потому что без брони там с такими деятелями смысла не оттягаться. А вот здесь, смотрите, такой арт. И вообще ничего не видно. Просто арт настолько низкого разрешения, что просто вот люди сливаются с местностью. Да, вот здесь, конечно, HDZ это какой-то фейл полностью допустили. Я не знаю, или это задумка такая. Здесь также момент со съемок. Это у нас режиссер. По-моему, Даг Лайман его зовут. По-моему, Даг Лайман. И арты, моменты из фильмов. Ой, не знаю, вот здесь, конечно, двоякое впечатление. Если бы это был бы диджибук такой мини, было бы поинтереснее. И здесь у нас, давайте посмотрим, United Defense Force гласит нам. А, кстати, вот здесь карточки нету. Вот это интересно. Интересно, она вообще здесь была, эта карточка. Хотя вот тут кладется, их приклеивают на вот этот вот силикон. И здесь я его не вижу, был бы отпечаток. Не знаю, было ли оно или нет. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. А здесь, похоже, такой же стандартный набор. Так. Давайте, ну давайте вот это сначала карточки посмотрим. Здесь у нас тоже такие уже второстепенные персонажи из фильма. Роли второго, третьего плана. И вот здесь вот такие инопланетяне-монстры. Здесь инопланетяне-монстры. Актеры вообще знаменитые вот в лицо, но по фамилии я их не вспомню. Много где играли. Особенно вот этот актер, не помню, как его зовут. Здесь у нас уже по ходу таких два полноформатных постера. Да-да-да, здесь уже не какие-то вот эти маленькие, а здесь вот такие персонажные. Здесь у нас Эмили Блант, Edge of Tomorrow, к сожалению, не помещается в экран полностью. И здесь у нас, наверное, Том Круз. Давай посмотрим. Да, здесь у нас Том Круз. Такие не совсем полноформатные, которые именно в кинотеатрах постеры висят, а чуть меньше, наверное, может в полтора, в два раза. И, кстати, смотрите, вот она, вот эта вот ерунда, которая мне не нравится. Столько сгибаний, что уже даже небольшая дырочка появляется именно вот в этом месте сгибаний. Вот за что я не люблю вот эти постеры, которые кладут в блюрейские издания. Именно за это очень и очень сильно передавливается все, что аж бумага начинает вот как-то крошиться уже. Появляются от краски такие белые крапинки, и вот краской вместе сгибов она исчезает. Потом вот чтобы повесить это... Ну, просто будет видно, такой плакат уже вешать, это, ну, не очень. Это только пускай вот так вот он лежит, находится в самом издании. Вот такое коллекционное издание сегодня пополнило мою коллекцию. Давайте его уже уберем внутрь, сделаем так, как должно быть. Ленточку. Так, отодвинем ленточку, положим вот так. Положим сначала вот это издание. Кстати, вот в этом издании я слегка разочаровался. Здесь внешне только хороша сам лентикуляр и сам вот этот full sleep. Остальное наполнение, вот это вот скриншота фотобук, ну хорошо, он в твердом переплете, но здесь, по сути, вот это издание, оно пустое. Здесь только просто карточки, здесь дисков никаких нету. Так что положим его в самый низ. Далее у нас идет вот это издание. Кстати, вот эти издания мне больше всего понравились. Вот эти издания просто бомбезны. Здесь понравился именно двойной full sleep. А здесь понравился бомбезный steelbook. Очень-очень понравился. С удовольствием. Так что положим сначала вот это издание сюда. И закроем все вот этим изданием, которое я, наверное, в ближайшее время надо будет пересмотреть именно с диска. Воткнем ленточку. И закроем, и это издание отправляется ко мне на полку. Так что вот такая сегодня была бомбическая для меня распаковка. За эти издания я благодарю Даниила, админа группы ВКонтакте под названием Blue Store. Группа Blue Store ВКонтакте. Подписывайтесь, закупайтесь.
продавец 12 из 10. Все объяснил, все рассказал, потому что что именно он рассказал? Во-первых, это БУ издание, он рассказал про плюсы и минусы. И здесь пару косячков, здесь есть небольшая вот здесь вмятинка. Также он указал про это. И небольшие вот здесь вот есть такие царапки. Все полностью рассказал с фотографиями, все прислал, сразу же отправил. Ну, просто сервис на 12 из 10. И упаковку бомбическую вы видели. Так что мои рекомендации. Я рекомендую группу Blue Store. Подписывайтесь. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, комментируйте. Ссылки все будут в описании. А я с вами не прощаюсь. Мы с вами скоро увидимся. До встречи!